Он будет старше тебя по должности. Знаете, вы такие бессердечные. Мы всегда работали вместе, и в горе, и в радости. Ты работал в гостевом доме, а не ресторане. Ты не учитываешь этого, хотя в этом есть смысл. Сколько лет Тихену? Он, кажется, младше меня. Он 95-го года. Да он еще совсем молод. На 5 лет младше меня. Но теперь кажется, что он самый старший. Поэтому мы забываем, сколько ему лет. Вы все кажетесь одного возраста. Я реально никогда не думал о нашей разнице в возрасте. В общем, раз он самый молодой и новенький, это будет ваш первый опыт работы с ним. Ему нужно хотя бы раз встретиться с Соджином. Мы можем организовать с ним видеозвонок? Конечно, я попробую. Ничего не вижу. Алло? Алло? Привет, ты уже едешь сюда? Да, я уже на пути в Сеул. Всем здравствуйте. Понятно, понятно. Думаю, тебе стоит со всеми поздороваться. Поэтому я и позвонил. Хорошо, давай. Секунду, сначала дам тебе поговорить с нашим боссом. Здравствуйте, босс! Мне нравится. Меня зовут Ким Тэхён. Вот оно как. Что мне говорить? Стесняется. Он стажер, твой подчиненный. Ты был так непринужден с Ушиком. Он тоже стажер. Почему ты с ним осторожен? В общем, счастливого пути. Спасибо. До скорой встречи. Ага. Пока. Он выглядит иначе. Хорошо. 4 дня спустя. О, привет. Здравствуйте. Сюда, проходи сюда. Остальные еще не пришли. Да, они идут. Присаживайся. Неловко, да? Есть такое. Никогда не встречался с Соджином? Нет, ни разу в своей жизни. Но с Юми ты виделся? Да, кажется, пару раз мы с ней пересекались. Получается, ты видел всех, кроме Соджина, верно? Уверен, ты легко впишешься в коллектив. Здравствуйте! Да, проходите. Пришли. Автоматически встает. Делает поклон, жмет руку. Почему опаздываете? Присаживайся, Соджин, можешь сесть здесь. Сесть здесь? Ты хотел сесть здесь? Я пойду попрошу гриль. Иерархия в коллективе — это очень важная тема. И это нужно хорошо понимать. Учитывая, что мне придется многому его учить. Например, чему ты его будешь учить? В кухне Юна... Что, там тебя не было? Я все равно. Это тебе не гостевой дом. Надеюсь, мы поладим. Тэхён все равно будет старше тебя. Не обязательно. Он присоединится к команде на 2 дня раньше. Я постараюсь уложиться в эти 2 дня. Уверен, ты справишься. Недавно я посетил кулинарный мастер-класс. Серьезно? Да, я ходил на уроки испанского. И немного там... Чувствует угрозу. И что ты там делал? Как уже говорил босс, не переусердствуй, ладно? Нашему боссу такое не нравится. Мы знаем, кто за что отвечает. Она отвечает за кимпап, а Соджун за все остальное. Ты будешь на раздаче. А ты помогать им обоим. Тэхён, ты будешь помогать нам с готовкой, а также обслуживать столики на улице. Думаю, справишься. Получается, я обычный работник, а он стажер? Улыбаемся и машем. Хорошо сказано, Тэхён. Такое должен решать генеральный директор. Допустим, мы уже все там. А если я все сделаю за 1 день? Например, вот так. Тогда я... Даже если никто тебя не учил? Да.